Сегодня у нас будет давно обещанное мной видео об украшениях. Я вам покажу все, что я прикупила за последнее время. Это будут и цепочки, и две пары часов, и браслеты, и жемчуг, и серьги, в общем. А, и кольцо, вот это, о котором вы меня все время спрашиваете, с желтым камнем. Вот, давайте, наверное, с него и начнем. Видео, наверное, будет длинным, так что берите кофеек, чаек, усаживайтесь поудобнее. И давайте начнем с этого кольца. Уже не раз вы меня спрашивали, что же это за кольцо. Вот так вот оно выглядит на руке. Я его обожаю, ношу практически каждый день. Камень желтого цвета, вот такой вот шикарный. Вот, стараюсь показывать поближе, чтобы все было видно. И смотрите, какая у него необычная форма. Видите? Вот по краям идут маленькие-маленькие диамантики. Вот сам камень называется сфалерит или по-русски еще цинковая обманка. Цинковая обманка, потому что он переливается, у него дисперсия. Чуть ли я читала так, что чуть ли не сильнее, чем у алмаза. У бриллианта, в общем, он переливается действительно, вот сейчас он просто желтый, а при искусственном освещении он переливается таким салатово-зеленым цветом, желтым и оранжевым. Это выглядит очень интересно, очень необычно. Вот такое вот кольцо, очень интересной формы. Вот такое вот яркое, желтенькое, он у меня как-то поднимает настроение. Этот желтый яркий цвет, обожаю. Я уже на лето прикупила себе желтых вещей, и вот с этим вот кольцом оно везде подходит, и к джинсам красиво, и к черной одежде, и любого цвета. Так что вот такое вот кольцо со сфалеритом. Вот. Так, теперь давайте, наверное, перейдем к моим любимым цепочечкам. Так, что-то мне кажется, что у нас какой-то пересвет, хотя у нас на улице резко похолодало, и так прям вот действительно прохладно, чуть ли не 13 градусов сегодня. На днях я еще в шортах ходила, было жарко. Сегодня вот такой вот дубак, можно сказать, Зусман. Вот, и дождь идет. Шикарная цепочка, колье. Напоминает очень, конечно, золото с бриллиантами. Именно вот такой дизайн почему-то я видела, наверное, в золоте. И у меня есть похожее колье, где только вот один элемент вот такой, а здесь, видите, 5 элементов. И что мне нравится, здесь с двух сторон камешки, фианиты, то есть даже если что-то повернется, смотрите, здесь все равно будет камешек, причем камешки хорошего качества. Вот, можно носить покороче, подлиннее. Я ношу обычно покороче. И вот эта вот цепочка продавалась в двух вариантах. То есть серебро, покрытое родием, и позолота. И мне сразу же понравилось позолота. Наверное, потому что еще лето, и я летом ношу золото или позолоченные украшения. И мне прям так понравилось. Но я заказала обе, долго думала, что же мне оставить. И оставила вот эту серебряную, потому что осенью, зимой я все-таки ношу больше серебро, и оно мне больше подходит по цветотипу. Вот. Но сейчас, если честно, жалею. Мне кажется, в золоте это смотрелось еще более классно. В общем, она подходит абсолютно ко всему. К блузке, к такому классическому пиджаку, и точно так же, когда я одеваю какие-то более спортивные штанишки с просто с какой-то маечкой, футболочкой, и вот здесь вот такое вот колье выглядывает, это так смотрится классно. В общем, и она такая тяжеленькая. В общем, кто живет в Германии или в Австрии, или в Швейцарии, я оставляю ссылочку внизу. Я думаю, что это еще можно заказать, это колье. На него иногда бывает скидка. Вот я покупала именно со скидкой, так оно, конечно, дорогое. Но качество шикарное. Так, переходим к следующей. То я тут про одну так долго рассказываю. Это уже золотая цепочка, очень интересная. Вот такая вот, с таким вот сердечком. Причем это сердечко-конструктор. Сейчас постараюсь вам показать. Оно состоит из трех деталей. Вот, смотрите, это как бы три сердечка отдельных. Видите, с одной стороны сердечко золотое, с другой стороны полностью с камешками. То же самое и вторая часть.
сердечко. Видите, с одной стороны это белое золото, с другой стороны это опять же камешки. И третье, тут идет просто золотое, здесь идет с камешками. То есть, не знаю, как показать, чтобы не было пересвета. Видите, у меня сейчас вот так я это ношу, это можно носить и вот так. Можно, в общем, по-разному менять вот эти сердечки. Смотрится очень интересно. Здесь такая интересная цепочка. Знаете, вот с такой вот штучкой. Чтобы продевать вот эту штучку, было удобно через вот эти маленькие сердечки. Потому что так просто это, конечно, не сделаешь. Сейчас не буду закрывать, просто покажу вам вот так вот, как все это выглядит. Вот такое вот, конечно, напоминает очень золото с бриллиантами, но это золото с цирконией опять. Вот. Очень симпатичное, опять же, ко всему и везде, и всегда, и с какими-нибудь огромными серьгами можно это носить. Вот, я летом очень часто его носила, это сердечко, очень интересное, необычное. Я купила его, кстати, в Карштате, на него шла скидка, поэтому вот я и померила и думаю, возьму. Так, цепочки я вам показала. Давайте теперь переходим к браслетикам. Вот этот браслет тоже, по-моему, коллекция Pfeffinger. Что-то мне вот зимой потянуло вот на такие браслеты. Вот видите, это опять же циркония. Такой замочек, давайте оденем его. Сейчас он мне как-то вообще не нравится. Думаю, зачем я его купила. Вот. Этот браслет я сделала, укоротила. Пошла к ювелирам. Здесь у нас девушки недалеко работают. И попросила укоротить. Смотрите, вот так вот все это выглядит. Потому что у меня обычно все браслеты куда-то валятся с моей руки. Потому что рука очень тонкая. Браслеты очень огромные продаются. Так, и давайте уже я к нему сразу покажу вот такой жемчужный браслет, шикарный. Вот, похожий я подарила моей маме. Опять же, Pfeffinger, в общем, у нас сегодня только Pfeffinger. Не только, а почти. Смотрите, идет черная, жемчуг Майорка, да, называется. Черная, потом вот такая пикок, обожаю этот цвет, цвет бензина на разлитого на мокром асфальте. Серая и белая. И здесь вот идет вот такой вот чармик маленький, шармик. Кларка. Вот и Кларка начала разговаривать. Вот, шикарный. Наконец-то тоже они стали выпускать вот эти браслеты поменьше и побольше. В общем, у них два размера, S-ка и M-ка. Вот у меня S-ка, и она шикарно подходит, ничего не висит. Обычно они тоже вот здесь вот так вот висели, сваливались у меня с руки. Вот это можно даже вот так вместе носить. Два браслета. Смотрится интересно. И, кстати, браслет подходит вот к этим сережкам. Сережки покупала в прошлом году. Я вам уже их показывала. Поэтому сегодня не буду показывать. В общем, шикарный браслетик. Именно летом тоже меня тянет вот на жемчуг. Так, и последний браслет уже куплен в магазине ТК Макс. Это уже совершенно другой дизайн, вот такой вот кожаный, очень интересная здесь застежка, вот такая вот, вот фирма Lancel, не знаю, что это такое. Видите, вот такой, и вот так потом нажимаешь сюда, и он открывается. Оп, конечно, подходит к джинсам, шикарно смотрится, потому что вот этот голубоватый цвет, и он такой крупный. В общем, очень красиво. Но я его ношу не очень часто. Вот такой вот браслетик. Его тоже можно сочетать с чем-то, только не с жемчугом. И тоже будет очень даже хорошо. Вот такая вот вещица. Так, потом давайте я вам покажу серьги. Сниму вот эти, покажу. Серьги. Вот такие вот серьги я купила в Манго. Что-то мне так надоели вот эти. Я постоянно ношу вот эти. Они серебряные, все понятно, удобно. Но мне так захотелось чего-то такого более модного, что ли, трендового, необычного. И я увидела вот такие вот крупные
листочки в магазине Манго. Нет, подождите, Манго? Да, Манго. Вот такие вот, шикарные. Они вот крупные, но абсолютно не тяжелые. Сейчас я вам покажу, как все это выглядит. Ой, интересно, смогу ли я так одеть серьги без зеркала? Смогу. Так. Вот так вот все это выглядит. Видите, по-моему, очень интересно. Так, у нас, по-моему, сегодня пересвет. Поэтому я немножко подальше сяду. Вот так вот. По-моему, классно. Вот такие вот серьги, по-моему, выглядят очень классно. И очень красиво тоже, когда волосы собраны наверх. И здесь вот такие крупные серьги, причем они абсолютно не тяжелые. Я вот так вот и на работу уже ходила пару раз. Мне очень нравится. Я всегда единственное смотрю, чтобы серьги не были очень тяжелыми. Вот, а эти классные, они не тяжелые. Вот эти вот я заказывала зимой, я их обожаю, ношу очень часто. Это явно закос под шопа или что-то такое, что-то очень дорогое. Это я подобные часы в Инстаграм видела, смотрите, какие они интересные. Очень красивая, там есть фаза луны, что мне очень нравится, есть дата. Видите, то есть я постоянно на работу прихожу, мне нужно писать, какое число, я никогда не помню, какое число, поэтому вот эти часы, это то, что надо. Сейчас я вам покажу, как они смотрятся на руке. Ладно, не буду закрывать. Вот так вот. Видите, они не очень крупные, но и не совсем мелкие. Вот, опять же, покрыто все родием и выглядит как белое золото. Шикарные. Тоже, если найду ссылку на них, они, по-моему, еще продаются. И продаются тоже в позолоте, в желтой и в розовой позолоте. Вот если найду их, то оставлю, опять же, ссылочку под видео. Люблю эти часы, они классные, не очень тяжелые. И вот эти вот камешки по периметру, они блестят просто как бриллианты. Настолько хорошее качество. Так, и последние часики, это вот такие вот, такого пинк цвета. Вот, в такой вот они коробочке шли. За 29,99 я их купила. В магазине Такамак. Вот, что остановилась я около них, что они мне так понравились. Мне никогда не было вот таких спортивных часов. Но тут что-то они меня чем-то привлекли. Может быть, своим цветом. Вот, и я сейчас одно время их носила тоже на работу, потому что здесь опять же есть дата. А сейчас я с ними с удовольствием бегаю. Вот, я же хожу бегать в парк. Вот, я их вот так вот надеваю. У меня точно такого же цвета фукси маечка спортивная. И что удобно, вот здесь вот это вот колесико двигается. Я вот так вот ставлю время. Вот, если я ровно там в 4, например, выбегаю, вот ставлю вот так или вот так вот ставлю, если, например, вот без 5, да, и бегаю, потом смотрю, чтобы было полчаса там или 40 минут я бегаю максимум, чтобы потом на следующий день не умирать, вот, слежу за временем. Так что очень удобные, красивые, легкие, и обычно такие часы стоят у нас, я видела, 80-90 евро, ну это, мне кажется, абсолютный перебор, а вот за 30 вполне себе хорошо и удобно. Вот, все, я вам все показала, видите, не так уж много всего. Кстати, из последней посылки, то, что я вам показывала, кольца, там белая керамика и такое колечко а-ля Verlobungsring, а-ля помолвка, все отправила обратно, решила, что не нужна мне эта белая керамика. Летом поношу, потом будет валяться. Поэтому решила не брать. Достаточно уже колец. Так что все отправила обратно. Вот. И не жалею, кстати. Вот единственное, о чем я жалею немножко, так это вот эта вот цепочка первая. Надо было ее все-таки позолоченную брать. Ладно, все. Пишите, пожалуйста, что вам понравилось. Что вы себе прикупили, и пишите, пожалуйста, какие видео, на какие темы вы хотите, чтобы я делала, записывала.
Может, вы мне какую-то интересную идейку подкинете. Заходите в Инстаграм, ставьте, пожалуйста, лайки. Мне всегда очень приятно, когда вы ставите лайки, когда пишете комментарии. С удовольствием их читаю. А я с вами прощаюсь. Всем всего самого-самого хорошего. Пока.